Был момент, когда 10 очков сократили отрыв, вроде как, да, почувствовали. Ну, да, но... было. Но... А, что случилось? Ну, наверное, мы поверили в себя и начали как-то пошибаться, не доигрывать, мы немного расслабились. Ну, над этим стоит работать, я думаю, что у нас все получится. Ты вот. Считаешь, соперник сильнее вас? Нет, соперник очень слабый, очень, ну, как это, не жестко играет под кольцом. Я думаю, что у нас есть все шансы. Просто нужно собраться и сделать все, что мы можем. Можно обыграть? Да, конечно. А пройти дальше? Да. Ну, если мы что-то придумаем, если мы сможем, если мы выложимся, то я думаю, да. Спасибо, молодцы.